Всем добрый вечер, дамы и господа. С вами я, мистер Рузе, и я продолжаю проходить блок Меса. Уже сели мы остановились вот на этом самом месте, и теперь нам необходимо попасть сюда, в эту комнату, для того, чтобы открыть вот эту большую массивную дверь. Ну, кто помнит оригинал, то да. Видите, у нас тут уже есть и военные. Засада. Ладно. Мы полечились. На том спасибо. Одна загрузка. Вот это снова Джимен. Rescued at last. Thank God you're here. Так, ладно. О, можно прямо сюда попасть. И уже поздно. Хотя, наверное, можно как-то быстро догнать. Не знаю, правда. А, да, точно. Это уже, да. Ну, ладно. Остается только подняться на лифте и изучать. Большое сопротивление. Ну что ж, вот уже и военные подошли, а значит, сейчас начнется веселье. А, пофиг, идем с автоматом, все. Черт. Rescued at last, thank God you're here. Yeah.
успеваешь. Ну ладно. Ну ладно, как говорится, фиг с ним. Фиг с тобой, золотая. Ну что ж, раунд 2. Ладно, охилиться надо, срочно. Отлично. Ладно, хожу пока за боевиком. Ладно, давайте посмотрим, как что в этих ящиках. Но в целом неплохо. Так, ладно. С конвейер. Ладно, ладно. Рыжик. Раз, ага. Ладно. Загрузочный экран. Ладно. Так. А конвейер, который... О, чёрт! О, ну гранаты появились неплохо. Так. Хорошо, ладно. Так. Хорошо. Ай, давай, до сотки, до соточки. О, ну ладно, какая соточка. Так, ладно, по одному выкашиваем их. Так.
Чё-чё-чё-чё-чё-то. Хорошо, ладно, всё. Поднимаемся. Вверх. Сейчас вот... Щет! Ауч. Так. Надо срочно лечить для гений здоровья. Ладно, 72 тоже пойдет неплохо. Ауч. Просто как добавить их. Ладно. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging from your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the place. Понятно, да-да-да. Lambda complex. Правится, хорошо, хорошо. Decommissioned rail system somewhere through here. Ладно, транспортная система, да-да-да, мы это помним. Этот вот лабиринт. Красотный. Понял, я вас понял. Good luck. Открыть большие врата. Отлично. Так. Last beat. Через заперто. Так, отлично, лифт, спасибо. Теперь мы идем вниз. Так. Так, сейчас прыгнем на минутку. Хорошо, поехали. Ладно, 60% ктовика неплохо. Неплохо, неплохо. Все-таки эти квиксейвы бы тут так же бы не помешали бы, если честно. Черт, а? Ладно, обойдемся только монтировкой. Хорошо. Да. Попытка номер 3. Знаю, что у меня получится, так что не пальтесь. А
главное это просто отбиться от этих крабов. Остальные в расчет не берем, как говорится. Крабы надоедливые. Так. Радиоактивные отходы. И что-то подобное. Так, хорошо. Сейчас аккуратный прыжок. Отлично. Поднимаемся на лифте. Отлично, чекпоинт. Хорошо. Очень хорошо. Да, точно. Rocket engine. Destroy the damned thing. Да. О. Hey, over here. Eat lead, you outer space octopus. Хило, так. Вперед. Ладно. Так, сначала похилимся. Так. Рок. Про платформинг. Нам надо запустить электричество. Хорошо. Да, я помню эту круглую комнату. Блин, а теперь все заново надо. Да, ошибки тут непростительны. Открыть ворота. Хорошо. Хорошо.
Пирог. Вот интересно, они сделают ли под... Если эта игра вообще выйдет, когда-нибудь выйдет полный релиз. Ой, ага, так, это лёдный электризовался. Надо быть тут поаккуратнее. Ладно. Так, у нас тут какая-то ошибка. Runtime error. And expected error occurred and... Странно. Ладно. Так, похоже, какая-то ошибка. Я не знаю, конечно, почему тут. Так, ладно, давайте-ка я попробую заново запустить и попробую снова дойти до этого момента. Как вы видите, перезапуск игры способствовал починке. Что ж, ладно, хорошо. Правда, конечно, я потерял, конечно, много боеприпасов. Что на самом деле деле не есть хорошо, но ладно уж, блин. Так, скорее распышку, потому что... Так. Сюда пойти не могу. Так. Так, тут надо с вентиляторами же, да? Да. Очень аккуратно с вентиляторами. Ладно, попробуем снова. Ну, блин, ну здесь же не так уж и много-то, блин. Я пока тут не могу выбрать, и пока, понятное дело, не сработает скрипт. Не знаю, конечно, из-за чего ошибка была, но ладно уж. Осталось починить. Тем более я этот... Ну или я спускал, сейчас я спустил именно от имени администратора, наверное, в этом была сама соль. В алколе проблемы. И же, возможно, что-то еще, что ли. Не может, потому что я типа слишком много боеприпасов. Кто знает. Что на самом деле? Или это просто такой баг. Ладно. Хорошо. Что ж, пускаем на тебе червь. Гали. Ну вот и все. Стоп, что? Конец демо? Ну блин. А ведь там сколько интересного-то, блин, еще.
дамба, мана лес, защита реактора. Все это ученого пока тут кто-то открывает портал реактора лямбда. Проплывание через ядро реактора. Да. Ладно ж, хотя бы, если смотря по тому, что сейчас есть, то можно сказать, что весьма хороший продукт, весьма хорошая подделка по первой халфе. Да, однозначно, да, весьма неплохо. Да. Только жалко, конечно, что так аж так вырывается-то, да. Да. Все уже. Уже повторяются, да. Жалко, конечно, да. Ну что ж, не попишешь уже. А с вами был я, Мистер Узгар. Если понравилось, можешь поставить лайк, ставить комментарий, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик. Ну, если хочешь, конечно. Тебя никто не требует это делать. Всем удачи, счастливо, пока.